Как, детишки-репетишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой мы будем сниматься прям в настоящем блокбастере в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки под нашими сериями прохождения карт, ведь только благодаря вам выходит эта серия. Паркур, движущиеся машины, прыжки по этим машинам, перелеты, перекаты, сальтухи, развороты, прыжки и прочее вы видите в этой серии. Поэтому ставьте огромный палец вверх, если мы наберем по 15 тысяч лайков и на моей серии, и на серии Евгения, то сразу же выйдет еще один новый ролик. А какой вы хотите, пишите в комментариях, мы к вам всегда прислушиваемся. Ну что, Эдисон, ты готов попрыгать по машинам, а? Готов? Готов? А, да, Евгений, сегодня мы с тобой будем подрабатывать каскадерами, если ты не знал. Да, я смотри, мы уже едем. Да, мы уже едем, мы уже куда-то едем. То в ту сторону, то вверх, то снизу. Да, что-то непонятно. Да, очень странно. Я предлагаю... Ты тоже, наверное, предлагаешь. Начать! Я вообще все предлагаю. Давай, левел 1, поехали. А подожди, я меня забыл. Давай. А как отсюда выбраться? А что нам делать? Подожди, пойдем. Я же упал! Подожди, мы едем куда-то, Эдисон. Это паркур, ребята, мы действительно работаем каскадерами, кто не знал, да, Жека? Да, подожди, у меня такой вопрос, а что там за наушники наверху? А, ну нам вроде нужно собирать вот эти наушники. А что, вот смотри, наверху мы пропустили уже. Ну так нам нужно туда как-то будет вернуться. Я случайно перепрыгнул! Я случайно, что такое? А как ты вообще до туда? А, я тоже допрыгнул. Эдисон, смотри, где я, смотри. Где ты? Смотри. Подожди, зараза, подожди меня! Я полетел! Я взял наушники! Ты молодец, давай, возвращайся! Иди сюда! Я иду к тебе, следующий, следующие наушники, да? Подожди, где сейфпоинт! Нельзя же КТПхаться, тут у нас есть чекпоинты, вот, поэтому нужно сохраняться на вот такой фигне зеленой, понимаешь? Подожди, а я не понял, а куда мне... А вот я все, это просто в руку. Просто в руку брать и все. Да. А зачем нам телефон? А телефон это просто звонить мамке. Это хорошо. А можно я кому-нибудь позвоню? Алмаз! Какой алмаз? Один из трех алмазов. А как ты туда прыгнул? Скажи мне, пожалуйста. Нет. Нет? А зачем? А как мне сейчас обратно вернуться? Зараза такая, подожди. Так, подожди, а что мы делаем? А куда дальше у меня такой вопрос? Куда дальше? Мне кажется, нам нужно вот сюда. Подожди, Евгений. Все постепенно у нас будет происходить. Давай, Жека, ты первый. Ты хочешь туда отпрыгать? Да, прям туда. Ты думаешь, мы допрыгнем? Да, мы допрыгнули. Я боюсь, Жека. Давай, ты справишься, я тебя верю. Думаешь, Жека. Как форсажа, как Вин Дизель. Давай так, прям пау и... Молодец. Допрыгнул. Так. Ты Вин Дизель, все. Я Вин Дизель, но я не лысый, Да, ты лысый. Это чекпоинт. Хорошо. Давай, прыгай дальше. А дальше куда? Мне кажется, нам нужно было на зап... А, нет, смотри, тут есть лестница. А, там была лестница! Да я уже запрыгнул. Да, ты молодец. Изи! Подожди, а, да я не могу запрыгнуть, это слишком сложно. Еще один алмаз, Жека, еще один алмаз! Какой алмаз? Два алмаза! А можно я телепортируюсь? Я просто не умею прыгать. Опа, молодец, давай! Так, а теперь вот сюда, да? Я рядом с тобой. Блокбастер. Так, я телепортируюсь. Так, Жека, давай, ты прыгаешь, я тебя толкаю, давай. Да я справлюсь, не переживай. Да ты меня толкаешь. Давай. Оп! Да, спасибо. Я тебя наоборот подтолкнул, ты бы там не допрыгнул. Да, а как тогда? Ну, а если вот отсюда, подожди. Давай, я попробую. Опа! Молодец! Все возможно. Жека, там нужно как-то открыть вот это. Надо, чтобы кто-то пожертвовал собой. Я не готов на такие жертвы. Я готов. А, стоп, там можно было на самом деле не жертвовать собой. Так, изумур... Нет, это что, типа мы карту прошли? Ура, все. Нет, что-то не то. А что это, подожди. Можешь позвонить... Lights Post Refresh Turn On. Я включил. Жека, ты смотри, тут какие-то настройки в телефоне есть, я даже не видел. Так, а что нам делать, у меня такой вопрос? Я хочу быть наушник, смотри, какой я модный. Ты модный. Что делает этот изумруд проклятый? Эдисон. Я не знаю, Жека. Мне страшно. Все, ты будешь тут сидеть. Не надо, у меня кнопочка есть. Так, хорошо, а что делать дальше, у меня такой вопрос? Мне кажется, он ждет так. Конечно, все хорошо, но нет. Нет, не так, ну хорошо. На другую сторону. А что этот изумруд делает? Я не могу понять. На другую сторону.
Может, сколько у тебя алмазов, скажи мне так? У меня два. Писал то, что А нужно три. А где третий? Я тебе говорю, мы где-то его пропустили, вот я прям чувствую. Так, вот смотри, там один алмаз, мы его нашли, давай, иди забирай, не забирай! Подожди, подожди, не забирай, подожди! А ты, зараза, подожди. Так, хорошо. Как ты это сделал, ты что? Так, все, у нас три алмаза из трех, то есть тогда посу. Можно умирать и проходить уровень, да? Пошли, 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 пошли! Давай, Жека, давай, есть три алмаза, надо быстрее, пока нас ментора не забрала в обезьянник! Главное не упади, главное так, не упади, главное понимаешь? Главное не падай, главное не Опа, падай. Опа, все, изумруд! Шо, он взялся? Он нет. Так, подождите, у нас есть три алмаза, мать ваша, у нас есть наушники, у нас есть телефон! Скидываем все это туда, все, мы скидываем. Как это? Держи наушники. Опа. О! А! А, значит, мне нужно было дать наушники. Так, хорошо, Жека. Первый уровень у нас выполнен. Ирине, второй уровень блокбастера, да, нажимай. Слушай, мне кажется, будет хардкорнее, мне кажется, будет вообще очень хардкорно. Так, подожди, думаешь, ты так думаешь? Подожди, сейчас куда? Все нормально. Какой-то странный паркур, мне кажется, что мы не допрыгнем. Да, всегда допрыгиваешь. Так. Это какая-то странная фигня. Ну, ладно. Давай, Жек, давай, каскадеры в гель. Так, тут алмаз, собирай алмаз. Хорошо, я собираю алмаз, а ты соберешь наушники. Да, я буду наушники собирать. Так, алмаз еще на другой стороне, если ты видишь. Хорошо. Так, чекпоинт, чекпоинт есть. Нет! Я сохранил. Чекпоинт, все нормально, Жек, все нормально. Так, ты собирай алмаз, а я наушники соберу. А что мне тут, мне куда, как его алмаз собрать? Ты прыгай прям туда? Не допрыгнешь, думаешь? Ты думаешь, я допрыгну до туда? Нет, нет, вообще нереально. Мне кажется, а что, куда тогда? Я ничего понять не могу. Опа! Нифига ты ж! Давай! Как ты это сделал? Подожди. Так, берешь и допрыгиваешь. Давай, 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 ты справишься, давай. Иди сюда, тут алмаз. Жестко, я иду. Забирай алмаз, и у меня есть. Алмазик, два из трех. Так, я хочу включить музыку, я просто хочу послушать, что это такое музыка, подожди, кет. А ты должен вначале надеть наушники, во, молодец, ты надел их. Эти зелененькие такие прикольные. А что, они ничего не играют у меня? Музыку! У тебя джакбоксы, видимо, выключены. Нет? Нет. Ну тогда запей и пойдём! Ты что-то там... Ты потом при монтаже оставишь, там просто... Тун-тун-тун! Хорошо, я вставлю. Давай, Жека, давай, мы почти прошли! Ура! Давай! Подожди! Ты меня столкнул! Давай! Наушники эти выкинул, потом это все выкинул! Попал! Смотри, ты где? Я возле тебя, Исан. Тут нужно. Ты что-то как быстро все так нажал? Мои наушники! Быстрее с наушниками! Да! Бери! Два! Взял! А! Алмазик! Так, подожди. Все, я как-то слишком растерялся, подожди. Так, смотри, я не могу один блок перепрыгнуть. Почему? Потому что я растерялся, понимаешь? Так, а подожди, ты что? Тут вопрос. Я пытался допрыгнуть, у тебя не получилось. Может, надо снизу попробовать? Да, что-то это как-то сложно. Нет. Мне кажется, снизу точно нереально. Как-то это нереально сложно, слушай. А вообще возможно это? Мне кажется, нет. Что-то я не понимаю. А может, что-то сбоку есть, что там и что-то мы не... Да нет, я ничего не увидел. Слушай, это сложно. Как-то слишком. Подожди, я что-то... Да. Ну, отсюда, мне кажется, точно невозможно. Не, если ты толкаешь, и меня вниз притягивает вообще никак. Не. Нет. Как? Я не поймаю, спасите, Жек! Подожди, может, как-то надо в машину залезть или что-нибудь типа того там. Жек, иди. Оставь меня тут! Хорошо, я пошёл! Не получилось. Я не понимаю. Да как? Я не знаю, я не понимаю. Нет, это возможно. Да, по-любому возможно. Мне кажется, нет. Как 5 блоков перепрыгнуть? Вот я с кончика прыгнул. Прям с кончика прыгнул. Так прям. Я допрыгнул! Как? Я жесткий просто. Ты что, читер? Я понимаешь, я вообще просто. Самый жесткий паркурщик, понимаешь? Ты просто читер. Так, алмаз, собирай алмаз! Алмаз. Все очень прекрасно. А ты что, меня тут оставишь, да? Нет, это все очень прекрасно. А что дальше? Все, Мэдисон, все. Я поехал. А зачем ты ко мне прыгнул? А я не знаю.
Так, подожди, я что-то, вот сейчас я вообще ничего не выкупать. Подожди, может есть какая-то суперсила твоих наушников, которая нас перенесет. А может есть невидимые машины? Рефреш, турнон. Рефреш, шо рефреш, ни шо рефреша нету. Тепету лобби нет, это нам то. Стоп за мюзик! Стоп за мюзик! Ура, ура! Музыка остановилась, а что дальше? А можно уже прыгнуть? Мне кажется, вряд ли на другую дорогу. Нет, это так не работает. Не, да все правильно, нам нужно просто туда. Ну смотри, если тут есть чекпоинт, да? Ты, твою мать. Ты, в принципе, обратно даже не сможешь перепрыгнуть. Как ты туда перепрыгнешь? Как-то мне кажется... Да ты заколебаешь толкать! Нахрена ты ко мне перепрыгнул? Надо было тебе там остаться. Я не понимаю. Чисто теоретически, если бы мы остались там, что бы нам это дало? Ничего. Мы так же не могли дальше. У нас там впереди есть чекпоинт и есть еще один алмаз. Как нам туда допрыгнуть? Сложно. На! Так, давай, подожди. Давай! Почти! Мне кажется, мы просто самые нубы. Нет, не смей это говорить, не смей! Мы не нубы, Жека. Мы не нубы. Короче, у меня к тебе предложение есть. Если мы не нубы, если мы нубы, определись. Если мы нубы, то пусть в комментариях люди напишут, как нам перепрыгнуть. Или в Майнкрафте новая механика есть, где можно 25 блоков перепрыгнуть. Да, давай я попробую, давай. Прыжок Халка! Прыжок Халка! Нет, не получилось. Оставьте нас, ребята, уходите, оставьте, не смотрите на нас. Главное, лайки также оставьте и уходите, мы тут застряли. Спасайтесь сами. Если вы поставите много лайков, то мы допройдем эту карту. Да! Обещаем! Все мы обещаем! Уходите! Спасайтесь! Всем спасибо за просмотр! В смысле? Это как так? Опа! Нет, понял, в чем прикол, да? Понял, можно на уголке блока ходить, оказывается. Короче, это по-любому можно. Спасайтесь! Всем пока! Спасайтесь!